Жильцы этой новостройки в Павлодаре боятся, что не смогут перезимовать в своих новых квартирах. Заветные квадратные метры люди получили в марте этого года, как участники программы доступного жилья. Но доступности, как оказалось, строители добивались оригинальными методами. До сих пор в доме нет горячего водоснабжения, и наступающей зимой неоткуда ждать тепла. Здесь очень много детей с мамами и горячей воды. То есть это обыкновенные условия человеческие, которые мы не требуем дорогого, ну просто обыкновенного, что должно быть в нормальном доме горячая вода. И вот постоянно нам просто обещают. Выяснилось, что подрядчик попросту проигнорировал новое законодательство и не оборудовал дом современными энергосберегающими приборами. Именно из-за этого объект не принимают монополисты. Акимат нас постоянно кормит завтраками. То есть он должен являться заказчиком и требовать от фирмы, чтобы было согласие с Павлодарэнерго и наш дом был подсоединен к горячей воде. Чиновники еще весной знали о ситуации в многоэтажке. Дождались, пока похолодает, и на улице, и в квартирах, жалуются люди. А в Акимате говорят, что средства дополнительно искали, чтобы ошибки исправить. Обнаружили одно, затем разработали проект, затем прошли госэкспертизу, затем выделили средства, провели госзакупки, это еще месяц, да, и заключили договор вот, на прошлой неделе с Керемет ПВ. Работы обещали закончить через 2 недели. Жильцы очень сомневаются, но надеются. Уже готовят электронагреватели и снова откладывают сбережения, но уже на погашение счетов за электричество.